Я вам принесла кошку. Ой, и мы кошка, кошка, мы с тобой донат от Анны пропустили. Привет, Тома, попробую задонатить тебе на сапоги или на Кьюти Маркрю. Что тебе в данный момент важнее? Удачных стримов, отличного РБК. Ой, огромное, Анна, спасибо. Ничего себе, кошка, мы с тобой такое пропустили. А все потому, что ты не хотела идти. Или хотела идти. Спасибо огромное, Анна. Серьезно, огромное спасибо. Вот тебе тигра машет, передает привет. Ну и куда ты? Не надо драть мое кресло. Все. Она вцепилась в кресло. Не хочет от него цепляться. Все, тебе говорю, жди, пока теперь закончу. Ой, забава. Что у нас там? Слайм Ранчер? Короче, еще раз огромное на спасибо. И тишина. Ну, я не могу так сделать, чтобы автоматом, когда выключалось видео, вам включалась музыка или что-нибудь еще. У меня только одно видео было. Я думала, я успею, но я не успела. Красивый клип. Почему эти клипы стали похожи на клипы попсовых тех самых? Жарки моделью работать надо. Ну, как бы, а что в этом плохого? Что они стали похожи на попсу? По мне, норм. Не, серьезно, я не вижу в этом ничего плохого. По-моему, очень миленько. Вот. А, ты работаешь, все окей. Так, в дебрях на острове, да? Сейчас ходим. Только, наверное, поспать, что ли, сходить сначала, чем перед тем, как в дебри. И надо сорвать что-нибудь, понятное дело. Я, как вы видите, не заходила, ничего... Так, стоп, не сюда, вот к тебе. Ничего не делала? Что-то как-то громко, вам не кажется? Да, что-то мне... У меня конкретно что-то громко, чем обычно. Это отсылка к Nightmare Rarity? Сложно сказать, но если это так, я не удивлюсь. Что там по кристаллам? Вот, то есть, да, я согласна, что костюм похож, поэтому если это действительно так, то это мне не удивительно будет, допустим. Но не факт. Да что ж вы такие, вам приносят, а вы выкидываете? Не то самое, просто какие-то... Корявые. Так. Майянг или как? Привет, в любом случае. Тигра такая худенькая. Да, тигра не хотела на стрим, точно. Почему ты не держишь саблезубых ларго слаймов? Я, в принципе, стараюсь ларго особо не держать. У меня их только два вида, и они в своих этих самых сидят. Да как-то не знаю я... У меня как-то два вида ларго, и то скрестившихся. То есть я их не специально скрещивала, так получилось. Специально я как-то никого не это самое. Вот, кстати, я до сих пор никак не разберусь со своими золотыми сундуками. Ну, с сокровищницами. Надо, может, потом тоже заняться. Давайте сейчас поспим, утром сходим в дебри за теми самыми... спать до утра за подарком, а потом тогда эти дроны, пасеки и, может быть, золотые кристаллы потаскаем, потому что я никогда не сяду это сделать сама, честно. Это какой-то ахтунг. Просто надо уже докачать этот 7Z. 7Z-стый 7Z. Что у нас тут? Ну, нате вам еще. Так, и в дебри пошлите.
Я еще вчера гордо лопнула, но я не захожу вне стримов сейчас вообще сюда, потому что я не могу. Не могу я все успеть. Ой, эти кудрочки. Кудочки ходят. Ходят коник к водопою. Ну ладно, вроде. Вроде тут все потихоньку. Окей, тогда там сюда. Так, не сюда. А вот туда. Что-то, наверное, мне надо было больше еды оставить, чтобы еще кормить вот этих ненормальных всех. То меня поднадкусают, пока я дойду до островов. Ну, Тома, как всегда, не ищет легких путей. Какой-то он необычный саблезуб, или мне кажется. Отстань. Какой-то он не такой, как обычно. А, нам туда. Точнее. Не выросла еще картошка. Рискую. Отстаньте от меня. Я же хотела на ярмарку, аренда столика 10 тысяч, а если пол столика, то 7 тысяч. Ой, слушайте, ну мне кажется, для мини-маркета это что-то сильно... А за что они так дерут, я вот не понимаю. У них там какое-то очень проходное место, Эдель. Напиши, пожалуйста, это в ТЦ в каком-то или что, потому что... Не, серьезно, такие деньги брать просто за аренду столика на маркете? То есть я понимаю, на конвенте, на большом, и то я считаю, что это дорого. Даже для большого конвента, как бы... Вот, а для маркета что-то как-то вообще-то... Это ж сколько надо принести товар, чтобы это вообще окупилось, и как-то это, короче, очень странно, на мой вкус. Я боялась, я на него упаду, отскочу от него и умру. Только вот не надо мои коробки вываливать в это самое... Озеро, я хотела сказать. В море. Вы прослушали сценку вопль Тома, когда она поняла, что она не то кидает. Не то кидает, да, супер. Так, все я забрала? Катуба. Чё стал? Прыгай в море. Так, а где тут был телепорт? А, вот там. Вышла бесплатная DLC для Slime Rancher, там что-то про VR. Да, я видела рекламку, но поскольку у меня VR это не про меня, поэтому я даже не смотрела подробнее, потому что у меня все равно ничего такого нет и не будет, поэтому как бы, а чё? А зачем? Зачем расстраиваться? Да. Что так? Что так криво-то? Я хотела на деревяшку. Я же говорю, у меня с 3D перспективой очень плохо. Вы думали, я вру? А вот и нет. Ей! И так сойдет. Хорошо. Короче, давайте посмотрим, что у нас там по пасекам. И после чего потаскаем золотые плорты, наверное, с острова сначала, потому что я дорогу до остального не помню. Места каждый раз разные. Столик от организатора, охрана товара и покушать дают. Но смотри, если там реально такое проходное место, где люди реально ходят, и это реально может окупиться, то как-то прям это самое. Ну, в смысле, будет ли там вообще столько людей, чтобы купить это все? Так, отлично, мы можем сделать...
О, мы даже можем больше одного сделать. Дикого меда мне хватает на два дрона. А, у меня уже два есть. Так, подождите, тогда тратить не будем. Я хотела вот здесь дрона поставить, чтобы он таскал лук и вот к бабахам куриц. Я не знаю, стоит ли мне объединять... Нет, наверное, я бабахов тут оставлю. То есть я могла бы их, конечно, перенести туда ко всем куроядным. Но что-то мне лениво. Ну, в плане, я не хочу три вида держать на одной территории, поэтому давайте мы тут организуем дронов. Нет. Дрон. Так, и тут дрон. Так, и ты будешь у нас носить... Стоп. Вот тут. Ты у нас будешь носить овощи с участка земли в загон. Так, а ты у нас будешь носить куриц с курятника. Да. Куда? С курятника. Тоже в загон. Вот, а собирать мы, соответственно, будем тогда... Ну, тут вроде автосборщики есть. Я думаю, что их тут не так много, и что... В принципе, они как бы переживут, наверное. Ну, все тогда. Это мы автоматизировали. Ей. Но я на пасеку все равно сейчас сгоняю, проверю. Тут, кстати, какие-то плохие есть. Потом я это око-око все равно... Не око-око. Не око-око, око-око. Так, эту, подождите, эту я часть автоматизировала, на основной у меня, как бы, ты носишь. Еще можно, чтобы дрон из плотосборников брал и продавал, наверное, да? Можно ж так? Сейчас узнаем, можно так или нельзя. Куда бы тебя вставить? Не хочу декор убирать. А придется. Ладно, тогда сберем лампу. Давайте попробуем поставить. А, я двух поставил уже. Стоп, сейчас третьего сделаю. Семен Семенович! Вы же не сделали третьего дрона. Что за пупуньк было? Товар надо. 50%. О, так, даже не знаю, все любят именно этот маркет, потому что там больше всего прибыли крафтеры получают. Товары надо сделать 50% от стоимости столика. Муж сказал, что 10 шапок это минимум. И рекламу в соцсетях дают. Место очень проходное, точка, так как город очень маленький. Ну, как бы не попробуешь, не узнаешь. Шей 10 шапок, раз муж сказал. Точнее, вяжи. Я бы хотела себе такого робота, чтобы готовил кушать и попку ленивую поднимать не надо. Точно. Ну да, я согласна, что надо это самое. Ну, я обычно, правда... Ну, короче, в два раза больше, чем аренда столика, я стараюсь на эту сумму сделать товар. Вот так. С кем не бывает. Я однажды нечаянно выкинула огурец в мусорку в 9 лет. Это про то, как я выкидывала эти самые слаймы. Как я соскучилась по слаймикам. Я тоже. Вся ЕГЭ похожа на попсу, в принципе, особенно первой части. Ну, может быть, да. Ну, у них точно более попсовые песни, чем в My Little Pony, допустим. Даже когда Инграм писал и туда, они были более попсовые у Equestria Girls. Что еще писали? Сейчас. В связи с чем Hasbro не против более пышных форм у Equestria Girls? Помните тех же пляжных? По-моему, у них ножки тоньше были, я уж не говорю о старых ЭГ типа Rainbow Rocks. Ну так дизайн-то сейчас полностью поменяли. Тогда еще были ноги-сапоги, а сейчас-то совершенно другое. Сегодня поигралась с модом на расширение возможностей игры. Теперь у меня по
10 тысяч местах в силосах и еще 1000 игровых часов автономной работы дронов. Ну-ну, не читер ты. Читер-читер. Мне еще никогда не попадалось вар украшения. А у меня, по-моему, второе такое, если не ошибаюсь. Слаймы в VR — это интересно. Да, я думаю, это прикольно точно было бы. Жалко, я все равно не попробую. Только что раскормила мозаичного города, уже 100 лет хотела его лопнуть, но все забывала. А я, по-моему, еще не раскармливала, нет? Я не помню, кого я раскармливала, а кого нет, серьезно. Я себя до 22 уровня 7Z, и теперь у меня есть золотой меткий выстрел. Классно, я тоже хочу раскачивать 7Z. Видела в группе по Slime Rancher про эти DLC-гифки. Ты не очень много упускаешь, потому что там анимация намного хуже, чем в обычном Slime Rancher. Так. Две уже связала. Пишет ты. Мечта близко. Хорошо. А я почти дошила две шапки. Стыдоба. Так, изготовить. Вот, все, на этом у меня закончился дикий мед. Сейчас посмотрим, могут они собирать или нет. Так, куда я его там ставить-то хотела? Сейчас. Давай установить. Так, что ты у нас можешь? Можешь ли ты брать... А ты не можешь брать просто все плорты, только одного вида? Так неинтересно. То есть можешь брать только плорты одного вида и нести их, ну, допустим, медовые из загона, точнее, из плотосборника и плотмаркет. А деньги мне будут с этого приходить? То есть вот, вот они тут жрут, он будет по идее брать, давайте-ка посмотрим. Вот он, бери, бери, давай, загружай. Загружай, загружай, молоток. Бери больше. Сколько ты сможешь взять за один раз? Сколько он, 30 взял? Или 40? Сейчас посмотрим. Как он будет продавать наши плорты и куда он деньги будет взимать. Как вы думаете, куда эта зараза деньги сдаст? Нам придут на счет или нет? Да, вот туда лети давай. То есть, по-хорошему, можно полностью автоматизировать ферму, и ты такой будешь вообще сидеть нога на ногу и ничего не делать. Давайте тогда сделаем еще пасек и отнесем, если мне есть из чего пасеку сделать, мшистый покров. Пасека для продвинутых. Да, я могу одну изготовить. Давайте отнесем ее в покров мшистый, там посмотрим, если у меня что-то еще. Это, знаете, очень удобно такой. Сидишь нога на ногу, а дрон сам все делает. Вот этим бы еще тоже такую штуку автоматом сделать. А то, видите, у меня тут уже не влазит. Нормально. А ты что, не кормленный, что ли? Кто не кормит слаймов? Я не поняла. Ну да, их только поливать надо. Все, только один убежал. То у меня тут сейчас вся ферма разбежится. А, хорошо. Подвинься. Я тоже. Вот жалко, нельзя, в принципе, разные плорты. А только одного вида. Видал, как надо? Ты на меня посмотрел. Типа, я его лишаю работы. Вот тут бы кто еще плорты продавал, а? Это вообще беспредельный беспредел. Вот сюда действительно надо пару дронов, которые будут брать эти плорты и сдавать их. Потому что тут просто какое-то беспредельное беспределье. Короче, нужно больше дронов. Нужно больше дронов. Чтобы было больше золота. Точно.
Это такой, будешь сидеть и ничего не делать. Такой мега-фермер. Пускай тут висит. Хотя нет, дай-ка. Вот сюда повесим. Вот. Красота. Неописуемая. Для пасеки нужны медовые плорты. Да, нужны. Да, у меня были немножко. Там основная загвоздка в розовых везде. Потому что всех остальных у меня хватает, а вот с розовыми у меня какая-то вечная... Это самое, недобор. Все, собирай. Тут у меня больше... А, вот еще одна стоит. Одна? Больше нету. Потому что у меня тут какое-то время 3 стояло. Я такой уже сам не помню, сколько у меня стояло. Все, хорошо. Я не помню, где... Тут тоже был гобсоновский тайник. Но вот я в упор не помню, где он был. Ну, в смысле, как к нему идти. Серьезно. Я единственное помню, который на острове. То, что он там сложно не пройти к нему. Так что купила весь декор и буду украшать фермы. В настройке дронов можно выбрать все плорты, это первая иконка. Да? Серьезно? Я такой лошара, да? Сейчас посмотрю. Я вообще не удивлюсь, если я такой лошара, потому что вы же меня знаете. Я вообще мега уникум, который все замечает и... Сейчас на ферму вернемся, я посмотрю. Я пытаюсь вспомнить, куда идти к... к этому, к тайнику. И я в упор не помню. Вот вообще не помню. Туда или сюда. Так, нет, по-моему, не сюда. Сейчас я тут чуть-чуть похожу, если не вспомню, то и ладно. Где-то они где-то должен быть на выходе вообще. Вот он выход. И он где-то должен быть недалеко от выхода. Вот, по-моему, там, что ли. Я еще, как всегда, ночью такой пришел. Такой деловой. А! Не упал. Короче, нет, я в упор не помню, где тут выход. В смысле, где этот самый гобсоновский тайник тут. Где-то вот в этом районе, мне кажется. Но я не уверена. Ну и ладно. Короче, пойдем потом туда, куда я знаю. Так, говорите, можно все сделать, да? Все. Сейчас мы перезапустим этого товарища. Говорят, можно все. Подвинься. Цель. А, вот, плорты. Действительно. Ха-ха-ха. Плотмаркет. Спасибо внимательным зрителям. Потому что Тома тупняк полный в этом плане. Так. Ну, в любом случае, тогда я хочу еще одного дрона, как минимум, который... А, нет, тогда нам надо на каждую... Короче, в каждую локацию по такому дрону, который будет продавать. И это будет здорово.
Мы тогда будем сидеть, нога на ногу и ничего не делать. Давайте лампу, может быть, в грот поставим. Есть там место под лампу? У них тут синее. Еще мы им красную поставим. А, розовую, пардон. Тут вообще веселуха. Давайте поспим. Купим 7Z, сколько у меня там хватит. То есть нам еще надо 1, 2, 3, 4, 5 таких, которые будут относить и продавать. Угу. На одной зоне раньше можно держать только 2 дрона. Да? Печалька какая. Точно, слушайте, было же такое ограничение, я про него забыла. То есть надо будет все-таки комбинировать, чтобы там овощные в одном, фруктовые в другом. Ну тогда мне надо будет местами поменять. Как вы думаете, лучше сюда мозаичных или дервишей принести? Какие вам кажутся наиболее странными, дикими? Потому что, чтобы в одном были овощные, во втором фруктовые, и тогда один бы дрон носил им еду, а второй дрон бы собирал плорты. И тогда бы мы сидели нога на ногу. Черт, точно, я забыла, что всего 2 можно в одном месте. Так, тут у нас ничего нового нету. Давайте в 7C потратим деньги. Ну, по крайней мере, пару уровней. Что у нас там? Ага, пару уровней, ну-ну. Вот, обновления заросли. Все, на этом деньги закончились, и мы пойдем искать мои золотые плорты сдавать. Сейчас посмотрим, что там в зарослях изменилось. Это не тот тайник, который тогда упорно не могли найти на стриме на острове с грибами вроде. Да, тот, и я как вот тогда не могла его найти, так и сейчас я его не могу найти. Ничего не поменялось. Тайник... Ой, смотрите, классные штуки добавились вот эти. Тайник в мшистом покрове для меня какая-то просто загадочная загадка. Я могу только с помощью тьюториалов туда дойти. Серьезно. Я какой-то такой глупенький, что... А что еще добавилось, кроме деревянной штуки? Ну, что-то тут обновилось, короче. Ой, птички! Тут же не было таких. Или были? Разноцветные птички. Короче, да, я настолько глупый, что я не могу его найти. Я вот его нахожу, только вот включаю видео, как пройти к нему, и иду. Потому что по-другому я не могу. Серьезно. Я вот настолько глуп. Так, я же там вроде всех раскормила, поэтому только забрать. А! Что-то я сегодня рискую. Чтоб тут вспомнить. Куда бить? Тут, по-моему, как-то через так поднималось. Тут подняться надо, вот туда. Такая вот... Через как тут подняться, вспомнить бы. Через так подняться. Вон повыше залезть и взлететь. Вон туда. Так. Не могу скинуть мод, он расширит ограничение до 5. Нет. Я не хотеть моды. Моды, ну это не то, чтобы там прям читерство, но я думаю, что тот баланс, который разработчики ставят в своей игре, наверное, он не просто так. Поэтому, как бы, хочется как-то совсем уже как-то не это самое. Стоп, наверх, да, по-моему? Вот. Тут
Тут я вроде всех убили, поэтому мне только забрать все. Кажется. Вы же уже добрые или еще злые? Я же вас кормила. А че вы? Я же вас кормила уже. Фига ли вы такие обидчивые? Там открыто хоть? Не, серьезно, я этих ребят уже кормила. Че они мне тут всю малину портят? Оголодали, что ли, пока меня не было? Хороший. А ты? Да, эти сытые. Наверное, там не всех докормила просто. Дервиши более дикие. Надо еще дроны, которые будут собирать розовые плоды и отправлять их в лабораторию. А можно собирать с... просто с... ну, в смысле, не со своих? А, у меня еще розовые там отдельно живут, точно. Ну, да. Да! Вы видали, какая подстава подстав? Нет, 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 это не тебе, это не тебе, это злому. Где он? Где он? Где злой? Ты злой? Нет, уже добрый. Что это за подстава подстав выскочила? Боже. Тут опасно, даже когда уже все раскормленные. Короче, вы предлагаете мозаичных к себе подселить, а дервишей тогда с... тогда медовых, получается, с дервишами фруктоядных туда на эту, а к себе мозаичных и кристальных оставить. Ну вы поняли, какие там скалистые, не кристальные, скалистые, которые овощи едят. Так. Я снова богат. Ну ладно, нам еще... Это какой... Сколько всего с ЛНЗ уровней? Мне сейчас даже на новый не хватит, да? Это 17-й. А сколько их всего? Там писали про 22. 32 тысячи следующий. Слушайте, вы меня разорите. Предлагаю сходить за, на пасеку за медом. И что там нам надо? Ой. Нам надо, кстати, медовых сюда принести. Пойдемте-ка отберем медовые порты, если они там есть. Что, есть у вас что? Или у вас все? А, конечно. Of course. Будет у них теперь. Так, тогда мы тебя пока не будем заряжать, чтобы у нас порты накопились. А тебя, наоборот, подзарядим. Корми их полностью. А этот пускай сядет и не продает. Установила дронов? Да. Я ж тебе воды налила. Ты устал? Ладно, пойдемте в покров за медом. Вот
Тут дроны отчаянно нужны просто. Причем только на сбор. Это не все еще, кстати, капсулы в той сокровищнице. Там еще на... Или я забрала на верхнем ярусе, я не помню. Надо проверить, потому что я сама уже не помню, я там все собрала или нет. Ну, которая с... Охотник украшения. Висить. Тут. У меня просто уже все раньше увешано. По-моему, их 25, 28. Последний уровня по 1150 тысяч. Ничего себе. Понимаешь, я в один игровой день получаю около 350 плортов каждого вида. Мне их некуда девать. Приходится пользоваться модами. Ну аж у нас серьезно раскачала ферму. А как новые цвета фермы добавились? Ну... А какие? Сейчас будем посмотрим, какие там новые схемы. Я давно не проверяла, какие там новые схемы. Они там в премиальных клубы какие-то добавляются. Так, что у нас тут пасека? Что у нас по пасеке? Мед давай! Целиком и полностью. Так, вот, кстати, розовых надо бы собрать. Так, давайте мы выкинем что-нибудь. Так. Короче, не жарите мои розовые плорты. Пожалуйста. Я сейчас заберу их. Вот, еще один сейчас соберем. В смысле, на еще один дрон, наверное, у меня будет. Так, ты не порт. Ну вот. Доскрещивались. Где он? Да, он убежал. Подводная рыбалка. Бабах! Бабахастый бабах. Так, пойдемте посмотрим, что я там смогу сделать. Дома. Разбежавшись. Раз. Я все тайники нашла, но собрала только один. Я тоже все тайники уже открыты, но я ни один, по-моему, до конца полностью еще не обчистила. Ну, в плане, мне все лениво, некогда и все такое. Потому что там надо несколько раз ходить, а каждый из них достаточно не близко, ну, в плане, так, не на входе, мягко говоря. Вот. Плюс в шестом покрове я вообще его вечно теряю. А тайник, подождите, в шестом покрове в острове, а где третий тайник? Что я вообще забыла? Третий тайник на скалистом острове или нет? Ёлки, я уже не помню, где третий тайник. Классно. Ну, в общем, надо посмотреть. Я его точно открывала. Надо туда как-нибудь зайти, тоже забрать. Я запомнила на острове тайник, потому что он тут относительно недалеко. Так, куда мне сюда? А, вот цветы, кстати. Вот не было, по-моему, таких высоких цветов, да? Тут вообще веселуха. Пати-хат. Ты все еще что-то продавал? Зараза такая. Где ты вообще ходишь? Сядь ты уже, отдохни.
Чё вы, не голодные? Окай. Да, нам не хватает только медовых плортов. И одного дикого меда не хватает, чтобы было два. Так, давайте-ка мы тогда нашего замечательного... Хотя ладно, он же с обоих плортов собирает. Давайте мы тогда его пока... Правильно, отдыхай. Тома не хотела бы связать слайма. Да я, кстати, думала, потому что амигуруми именно слаймы очень хорошо ложатся. У них такая амигурумистая форма. Вот. И, кстати, в группе, вот, которая по игре там, кстати, и даже кидали какие-то вязаные игрушки. Вот. Но не знаю. Раньше РБК точно ничего такого вязать не буду, потому что у меня там куча всего надо другого. Ну вот. А потом посмотрим. Ну вообще, как бы, да, они очень такие. Сколько мне надо было? Там 11, а надо 18, да? Соответственно, надо... 7. Ну и жрите вы манго кто-нибудь уже. Я все тайники зачистила. В общей сложности у меня получилось чуть больше 500 золотых плортов. Понятно. Амигуруми... Амигуруми-оли. Слишком сложно, я не выговариваю. Ну что они не едят? Ешь. 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 Слушайте, я сейчас вас насильно буду кормить. Вы знаете, что так тоже можно? Я против насилия, но вы же не едите. Есть там еще манго? Манго нет. Тогда давайте поспим. Раз, как бы, манго нету. Ой. Конечно, осень меня. Осень, осень. Раз. А давай все. Я, короче, пока за дронов поработаю. Ага, ага. А вот и нет. А вот и нет. Так, на расстрел становись. Ну ешьте. Как в тире просто. Я знаю, что его можно работу, вот он все заснул. И спи пока. Что работу можно приостановить, ну, в смысле, перезагрузить и все такое. Давайте пока вот лучше пополним. Боже. Ну и рожа. Запас редиски пока пополним. У кристальных. Можно ли перекормить? Как вы думаете? О! Замечательно. Хорошо, пускай пока покопятся, а пока не буду возобновлять. Так, раз. Готовить. Окей, и этого мы несем в мшистый покров, в это, в заросли. То, что там вообще просто беспредельное беспределье, и надо это как-то... Вот туда-нибудь поставить, чтобы он все-все плорты с этого участка собирал и относил куда-нибудь. Вот тут давайте поставим. Ой.
Не надо меня есть. Так, дрон. Вот. И ты, короче, не аж будешь у нас лорды брать, относить их. Со... А, вот, кстати, вне участков можно собирать. Это сборник силы, смысожигатель, пруд, загон. Ну, ты, соответственно, у нас вне участков будешь собирать и относить их в плод-маркет. Так? Ну, показывай, как ты классно умеешь. Алле. А ему надо, чтобы плод-маркет был на этом участке? Или он до туда донесет? Что-то не понимаю. Ну, и что тебе не нравится? Может, он не может полететь туда? То есть ему надо... Это работает только на том участке, где плодосборник прямо стоит? Очевидно, наверное. Так, у меня силоса тут тоже нет. Давайте поставим где-нибудь силос, что ли. А так, ты будешь работать? Чувак, у нас есть теперь силос, ты можешь туда носить. Можешь туда носить? Боже. Оно... It's alive. Что это такое? То есть, походу, ему реально нужен... плотосборник прямо тут. Ну, в смысле... Он не может на соседний участок относить. Надо на участке, нужно поставить штуку проводник в плотмаркет. О, точно. Портал в плотосборник. Только его надо, по-моему, сделать. Давайте-ка сходим посмотрим, пускай пока в силу стаскает. Точно, есть же еще порталы. Сейчас. Сейчас попробуем через портал, только его надо еще сделать. Я не помню, как оно делается. У меня какие-то были, по-моему, рецепты открыты. Вот. Варп-хранилище, вот это. Набор из двух устройств, которые позволяют дистанционный переброс ресурсов. Или нет. Или коллектор. Плод-маркет. Вот, компактный плод-маркет, который позволяет себе установить быстрые продажи. Вот, вот это, наверное, нам надо, да? Коллектор плод-маркета. Вот эту штуку надо, да? Ну, короче, вот такую нам надо, да? Я так понимаю. Пойду пока за розовыми плортами. Сколько их там надо? Еще 12. Я с такой серьезным лицом играю, наверное. Коллектор, да, у розовых можно поставить портал в лабораторию. Ангелина, лечись.
А мы, кстати, скоро, наверное, и сами заканчивать будем. Да, сейчас вот поставлю эту штуку, наверное, будем заканчивать. Спасибо за советы, кстати, потому что, как бы, я чукча не игрок, чукча стример. Ну, то вы такие. Ладно, пойдем к своим. Нехай у них там еда есть какая-нибудь, наверное. Оп, как я через забор. Оп. У розовых поставить в лабораторию сразу. Вот тут, чтобы себе... Они тут что-то едят? Я уже не помню. А, у них ягоды есть, да. Ух ты. Ничего вас тут припекло. Чуваки, можно мне ваши форты забрать? Ой. Пардонте. Ну, порт отдай. Урррр, такой... Кто-то мои порты забирает. А, нет. Ну, а, цепись. В смысле, разбежались. Опасно. Опасно. Ничего никто не ест. Они вот тут какие-то розовые, очень странные. Они всех в сетке сидят. Тут куча еды, они ее не едят. Они вот такие... как бы зависают. А, странные они тут, короче. А лужица-то одна осталась? У вас же тут две было. Тебе все надоели? Или одна была? Я не помню. Мне кажется, у меня две лужицы были. Хорошо, значит... Патихат. Ему тут на какую-нибудь стереосистему надо поставить. Короче, коллектор. Сейчас переносной поставим. Раз... Да, вот так сосредоточена же такая. Да-да. Это и это. Так, куда тут можно поставить коллектор? Сюда, наверное, давайте поставим. Сказала я и не поставила. Коллектор плод маркета. Так, тогда ты у нас плод маркет. Окей, функционирует. Окаюшки. Эти сами продадим. Что-то он, походу, тут ничего сюда не клал. А куда ты клал? А куда ты все время носил? Если в силосе до сих пор ничего. Ты их просто собирал к себе? Он куда-то девал. Порты непонятно куда. Может, он мне в другой какой-нибудь силос... Подожди, он не может носить за пределы. Вот это поворот. Что-то странное. Короче, теперь Тома будет ходить и все поливать. Ну, окей, значит, потом следующим заходом надо будет переселить тогда мозаичных на тот, наверное, участок, а сюда, соответственно, медовых. Чтобы они тут с этими дикими дервишами сидели.
А, в лабораторию давайте сходим. А, в лабораторию не сюда, в лабораторию ведь сюда. Ты не пройдешь. Ну, конечно, прям. Хотя вот даже с полной автоматизацией все равно надо раз в день проходить по всем и поливать все. Но все равно это быстрее, чем самому все это таскать туда-сюда. Хоть он там собирается что-то? Ну да, он вроде собирает что-то. Спасибо. Вы настоящий друг. Ну, что, бабахов тогда что ли на это самое? О, Когдену отнести? Надо, знаете, такой садишься и в блокнотике расчерчиваешь таблицу. Куда каких слаймов заселить и кто их будет кормить и кто забирать. Супер, это самая система. 35. 10. Куры. Опять куры закончились? Петух, ты плохо работаешь. Два петуха. Вы как не поспеваете. Надо больше курятников, короче. Нужно больше золота. Все, давайте заканчивать. Сохранить и выйти. Но мы хорошо сегодня обработали. Такие супер фермеры. Пыть. Нужно еще сделать дроны для сбора плортов в участке. В участке в каком? Это не плорт, это анализы розового мяса подавай. Ой, простите. И сразу сны какие-то быстрые. В смысле? Сосредотома. Я тут засыпаю иногда, и сразу сны какие-то быстрые. А, в этом плане. В быстрый смысле со сновидениями? Или в каком? Я не помню. Сновидения на быстрой фазе или на... Нет. Что-то я серьезно не помню, как там... Ну, в смысле, есть глубокий сон, а есть быстрый сон. И вот, кажется, как раз-таки в быстрой фазе активные сновидения идут. Если я правильно помню. Ладненько, давайте заканчивать. Тогда расписание на следующую неделю будет где-нибудь завтра к вечеру. Влог будет в понедельник. Вот. И ближайший стрим в понедельник вечером в Ворожее, как обычно у нас. Да, там образы мелькают. Понятно. Образы и помелькали. Даже про игру что-то. Ой, мне тут начали сниться кексики вязаные, которые я должна вязать к конвенту. Вот это да. Это... Обожаю, когда перед каким-нибудь важным мероприятием начинает что-то сниться, связанное с этим мероприятием. Это вот, да. Все, давайте заканчивать. Значит, спасибо Вальтеру и Равялину за подарочные подписки, за донатики, Мерси, ДНСу, Андрею, Анне. Всем огромное спасибо, самое огромное Анне. Вот, и увидимся с вами тогда послезавтра. Вот, или завтра у Криса на стриме тоже приходите, кто смотрит персону. Мне шапки снятся. Вот там мне кексы. Все, всем огромное спасибо, всем пока.